Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Сейчас нахожусь я в районе Тосмур. Пью чай. О, оса тоже. Давай, на. Оса тоже, видите, захотела чая. Какая красота! Уй! Гусёнок! Какая красота, видите, природа. Курочки, гуси, утки. Что тут есть? Чай. Я вот живу около этой речки. Ай, та-та, какая красота. А что он повернул ко мне? Обратно. Понял. Так. Приблизим. Что не приближай? Приблизим. Вот так. Водоросли. Итак, дорогие зрители. Рядом с этой речкой, в районе Тосмур, продается 1+1 под ключ. Подходит под ВНЖ. Тут такой ресторанчик. Вот в этом проекте продается. Отсюда до моря 523 метра максимум. Сейчас я пройдусь к квартире, но пока что покажу чистоту воды. Какая чистая вода. Димчай. По вечерам ее спускают из водохранилища. Там в горах водохранилище. Там вдалеке, вот видите, вот там, далеко отсюда, где-то 10 километров. Допью чай и пойду снимать вам квартиру. Ставим лайки, подписываем на наш канал, пишем комментарии, что вам тут нравится. Тут беговая дорожка, как бы, но прогулочная зона, километр оттуда до моря. Подземный проход и проходите. Один проход отсюда, один там асфальт, маркеты полно. Ну все, сейчас покажу. Я был там, пришел, здесь маркет над зданием. Впереди сеть магазин Шок, Бим, сеть и тому подобное. Здесь у нас лесенки. Проходим вперед. Есть уклон. Сами видите, что ну, здесь такой красивый мини-лес из фруктовых деревьев. Видите, да? Скалы внутри, проход, прогулочная зона. Сейчас поднимемся. Большой бассейн. Лимонное дерево в этой стороне. Оливковое дерево большое, старое, уже сколько лет. Проект был сдан в 2005 году. Интернациональный проект. Санузлы. Стоит она из нескольких блоков. Айдат здесь 200 лир. Огромный бассейн. Мини-сказка, скажем. Речка рядом, песчаный пляж 523 метра, подземный проход, вода чистейшая в районе Тосмур, так как речка Дим туда втекает. Ну, что еще сказать такого? Сейчас поднимемся в квартиру. Все под ключом, кодом. Я просто открыл заранее. Все закрылось. Здесь у нас как бы место, чтобы ставить лилисапеды. Вместим 3-4 человек. Пошел я в квартиру. Шкафчик.
Один санузел, так как это 1 плюс 1, стоит накопительная система фирмы Ariston. Душевая кабинка. Отличная локация района Тосмур. Я сам живу в той стороне, даже дальше от моря. У меня тоже старая постройка. Я люблю старые постройки. Новостройки что-то не тянет меня. Кажется, никогда не будет тянуть. Речка. Видно речка, видно это. Здесь ничего не построят, запрещено строить. Тут просто парковочное место будет впереди. Сторона восточная, южная. Этаж тоже нормальный. Квартира тоже нормальная. Планировка какая-то вот такая вогнутая, но для всего можно что-то поставить. Я скажу вам цену. И вы потом посмотрите мои другие ролики. Например, в Махмутларе у меня есть квартира за 125, за 127, за 110 тысяч. Есть, кстати, новостройка, которая сдастся в декабре. К концу декабря этого года цена 110 тысяч евро. До моря там 750 метров, 800 максимум. Недалеко от субботнего рынка. Вся инфраструктура есть, суперинфраструктура. Так что, кого интересует, там на пятом этаже, восточная сторона, цена 110 тысяч евро. Я так не могу успеть ее снять и говорю. Кому надо информацию, отправлю на WhatsApp. Срочная продажа 110 тысяч евро. Квартира, которая находится в Махмутларе, новостройка. Итак, цена этой квартиры, дорогие зрители, 138 тысяч евро. Айда 200 лир. Район подходит под ВНЖ. И вот такие цены тут. Теперь посмотрите в ролике, который у меня на канале. То, что в Махмутларе. Тоже новостройка, если я сегодня поделил. То есть сегодня какое число? Сегодня 25 января. Этот ролик я поделюсь 26 января. Итак. Квартира мне по душе. Мне квартира нравится. Можете написать свои мысли, оцените про эту квартиру. Ну, там, видите, да, как кухня, островочек. Квадрат метров здесь вместе с балконом. Так, вместе с балконом. Вся квадратура 52, 53, вся полезная площадь, минимум. Может быть, 55 даже. И вы скажете, что есть дорога рядом. Дорога есть, но по вечерам тут редко машина ездит, так что если будете спать в спальне, вы это не услышите. Это так как мало используемая дорога, только в основном летом используется, когда вот пикники, чай, который есть наверху, отсюда едут туда. Все, показал вам эту квартирку. Так что звоните, она может тоже уйти после моего ролика. Ставим лайки, я за вас старался для вас. Так, хотел пройтись к морю, но дел много, тоже не успеваю, извините, дорогие друзья. Но пляж, кому интересно, я отдельно отправлю фотографию. Вообще, куда ты идешь? Пока-пока.